И добро пожаловать, ребятки, мы возвращаемся в игрушечку Репортер. Мы продолжаем играть, короче, остановились мы на том, что мы попали в больницу. Тут вот такая вот канале происходит. Нам, я так понимаю, надо сюда попасть, тут все наэлектризовано, и, короче, мы нашли ключ. Он был в туалете вот здесь. Сейчас покажу. Вот тут лежали мозги. Мы их вынули. Вау, этот хрен еще тут живой. Офигеть. И, короче, мы нашли тут ключ. Так, погнали, обследуем местность. Нам надо как-то что-то найти, как-то вот, потому что вот смотри. Сегодня, я надеюсь, ролик будет подольше у нас про репортер, потому что, я так понимаю, мы на середине игры. И вот такие дела. Так, тут заперто, да? Смотри, когда я подхожу, вот он меня начинает штырить вот так, меня начинает убивать. Так что, ща попробуем, может, тут что-то... Я не знаю, тут вот где-то что-то можно взять. Можно вот так смотреть, банки, склянки, всякая фигня тут. Вообще, всякой фигни тут много вообще. Так, погоди, я что-то видел тут. Блин, капец, трупы и осы. Вот, опа. Опаньки. Ой, очередная загадочка. Ну ладно, что уж сказать. Давай попробуем это сделать, в принципе. В принципе, давай попробуем это... так, стопэ. Погоди, бро. Погоди, нам надо, чтобы все зелененькие были, да? Опа! Ребятки, получилось! Вот когда на свежую голову начинаешь играть в эту игру... Погоди. А чё я тогда сделал? А-а-а! Вот оно! Вот в чем дело, все. Ребятки, у нас открылось, да? Так, мы использовали ключ... О, как-то тут подозрительно тихо. Ну ладно, окей. Хорошо. Посчитаем, что тут... Опа, это чё? Какой-то футляр, который просто крутишь, и он красивый. Из-за того, что он старинный. Так, какие-то банки-склянки медицинские. Я так понимаю, вообще у нас локация больница, и... Тут всякая фигня такая вообще, всякое... Мыло хозяйственное как будто, да? Похоже на хозяйственное мыло, окей. Так, ну поехали. Ребята, у меня сейчас сердце в пятки ушло. Тут что-то пробежало. Фух, ладно, надеюсь, тут ничего нас поджидать не будет такого. Так. Тихо. Ребятки, да там все плохо. Так, тут что? Какие-то папки, которые просто... Ух, ребятки. Что мне на это сказать? Ё-моё. Чё тут с тобой произошло? Охренеть. Да ну, чё, опять загадка? Погоди. Три точки. Чёрточка и двойка. Как бы... две точки. Окей. Значит, ребята, нам придется возвращаться в самое начало, чтобы... Опа, медицинские предметы. Нам придется возвращаться в самое начало, чтобы что-то вообще тут сделать. Ну, чтобы нам найти пароль. Только там мы сможем разгадать. Так, доктор Итан Майк. Угу. Дата смерти, дата осмотра. Причина смерти — кардиомиопатия. Такоцупа и полный разрыв левого желудочка сердца. Так, вызов приступил в 18:15 по местному времени из бара по улице Остина, 15. Где-то в 18:20 медики скорой помощи констатировали смерть. Предварительное официальное заключение медика скорой помощи для прессы. Смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, состояния алкогольного опьянения, после чего тело привезли где-то около 18:30 в морг на вскрытие. Для выяснения реальных причин гибели
Краснова. Вскрытие и осмотр показали, что Борис Краснов погиб вследствие пережитого сильного шокового потрясения, которого привело к разрыву стенки левого желудочка сердца. Резко выраженный цианоз кожи окрашен в серо-синий окрас в верхней половине туловища и на лице. Шея значительная утолщена, шейные вены набухли. Помимо прочего, алкоголя в крови не обнаружено. Короче, ребятки, это походу какой-то дядька Краснов. Ё-моё, что? Фу, гадость, не хочу смотреть даже. А это что? Записка еще. Доктор Линдон Майк, Саманта Фокс. Дата смерти такая, причина самого разрыва сердца, разрыв стенки и межжелудочкой пере... Ребята, да тут все что-то от разрыва сердца, походу, погибли. Как будто их что-то напугало слишком сильно. Вызов поступил в 7:40 утра по местному времени из городского парка. Примечание, вызвавшее скорую, похоже, был в панике от увиденного. И по приезду скорой помощи также обратился за медицинской помощью. Где-то в 7:48 сотрудники скорой констатировали смерть Саманты Фокс. Предварительно официальное заключение для прессы нападение на Саманту стаи бродячих собак. Девушку доставили в городской морг где-то в 18:00. Вскрытие и осмотр показали, что девушка погибла после пережитого сильного потравматического шока, что привело к разрыву стенок межжелудочной перегородки. Лицо Саманты было также обезображено. Как же у погибшего ноль такого-то? Борис Краснов, рекомендуем данные полицию к делу о загадочном убийстве. Короче, непонятно, либо тут Саманта лежит, либо тут этот Краснов лежит. Ну, кто-то один из них, потому что у них лица обезображены. Фу, короче, не хочу отсюда убраться поскорее, реально. Реально, хочу отсюда убраться просто. Житям собачьим. Так что, ребятки, сейчас с помощью магии монтажа мне придется сходить вот в ту степь. Вот туда мне придется сходить. Найти пароль. То есть разгадать его с помощью этого азбуки Морзе. И вернуться вот сюда. Так, ну, ребятки, я уже тут. Короче... Сбегал я туда, посмотрел. Пароль у нас должен получаться 3552. Значит, сейчас, короче, крутим, мутим тут этот замок. 3-5. Надеюсь, подойдет. 3-5-5. Давай 2. О! Так. Открыто. Все, ребятки, мы уходим с больницы. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Этот момент прошел реально, там такая напрягающая атмосфера, эти пугалки, вот эти тетки непонятные, которые ходят за мной, вообще очень страшно. Ой, а тут еще, походу, хуже. Глава третья, смятение. Че он пишет у нас? Ужас, я в это просто отказываюсь и поверить. По прибытию в больницу я надеялся найти с кем побеседовать об убийствах, которые случились в нашем городке. Но то, что я увидел, не поддается никакому логическому объяснению. Вокруг была разбрызгана человеческая кровь и валялись куски плоти. К тому же я видел странную девочку, бегающую по коридорам больницы. Вот, это во второй серии было. С каждым шагом моего продвижения вперед, все мое естество умоляло меня бежать отсюда, что есть сил. Но профессиональное любопытство заставляло двигаться дальше. Но, ребят, сейчас мы будем двигаться дальше. Я так понимаю, вот сюда, там уже что-то коротит, я так понимаю, ток, все дела. Так, доставай свой планшет, ё-моё, наш святой планшет репортера, фонарь, который освещает не так хорошо. Извиняюсь, если вы слышите, так, клавиатура, компьютер старый. Извиняюсь, что если вы слышите, что у меня шум за окном, просто мне... Так, я могу хоть пройти? Да. Ой, ну не, ну я на такое, ребята, не договаривался. Ну за что вы такой? Ой, ну ребята, я не хочу туда. Я не пойду туда. Я не пойду туда. Что тут сучка какая-то стоит непонятная? Что у тебя с лицом, ребята? Посмотрите на лицо, там лица нет, там какой-то круг. Ну ладно, будем аккуратно. Ну, привет. Что еще могу тебе сказать? Давай по-хорошему договоримся, что... Окей, значит, не хочет по-хорошему, окей. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, хорошо. Хорошо, бро.
что? О! Ребята, у нас загадочка. Блин, хорошо, что я обратил внимание. Вот это офигеть. Сейчас мы отключим, значит, электричество, да? Ну, окей. Окей, бро, окей. Сейчас будем отрубать электричество. Как-нибудь сейчас замутим тут схемку. Свою шикарную. Так. Ну что? А, чтобы эти еще не касались. О май гот. Попыток один. В смысле попыток один? Ничего себе попыток один у тебя. Вот ты жопа. Жопошник такой, а? Так, ошибка. Окей, попыток 10, хорошо. Так, нам надо, чтобы не касались эти жопы, да? Окей, вытаскивай сюда. В эту. Так, погоди. Вытаскивай. И сюда, давай. Сможешь так? Так, погоди. Нам надо, чтобы все было синенькое, да? Я так понимаю. То есть, тут вообще полный ужас. Погоди, вот так. Эту сюда. Эту сюда. Ладно, окей, ребятки, я сейчас вернусь, короче, когда решу эту вонючую головоломку. Либо, погоди, вот либо сюда. Короче, как-то сюда. Вообще, вот. Ну, это реально полный ужас. Я не знаю, короче, ладно, вернусь сейчас. Так, ребятки, ну вот все, мы решаем головоломку. Все, решили, отлично. Ну что, поехали туда, вот за ту дверь, куда ушла эта тетя Мотя. Блин, мне вообще до усрачки страшно. Просто жесть. Просто жесть. О, ребята, там все плохо. Я иду обратно. Реально там кто-то рычал сейчас по-жесткому просто. Извиняюсь, если вы слышите звуки за окном, это просто реально ужас. Ну, мне жарко. Мне жарко, когда я играю в страшные игры. Ой, реально, мне что-то страшно туда идти, просто жестко. Фух, все, ну поехали. Поехали, что нам еще остается? Поехали, поехали. Ой. Ой, ничего не видно. Ой, ничего не видно. Ой, ничего. Что? What the fuck? What the fuck? Ой, это тут тетка пробежала. Куда это она пробежала? Ой, там дверь. Ой, ребята, за нами кто-то бежит. Пожалуйста, беги, 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 беги. Вот тут можно спрятаться. А, what the fuck, меня кто-то грохнул. Я обкакался, ребята. Ой, дом из кирпичей построен. Казнить всегда для перехода. Ой. Ой, кто-то меня шиндарахнул с первого раза. Я даже не понял. Ой, какой ужас, ой, какой ужас, реально, мне страшно просто, да усрачки. Ребята, ребята, мне страшно просто. Ну, опять что ли решать мне эту загадку? Ну, привет, тетка, я тебя не боюсь. В жопу иди. Я помню, как тебя решать, я помню, как тебя решать. Вот сюда я это передвигал. Эту паскуду я сюда передвигал. Эту я сюда. Эту сюда. Все. Поехали. Ребят, нам главное выйти за дверь вовремя. Смотри. Да-да, я не... Не боюсь. Не боюсь тебя, монстрячка. Сволочь ты такая. Ага. Бежим. Смотри, как делаем. Опять! Бежим, 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 ребятки, просто бежим. Рвем когти отсюда к чертям собак.
Фух. Все. Ребят, погоня прекратилась. Герой, у тебя хоть по поводу этого есть какие-то мысли? Не, никаких у тебя мыслей нет. Так, закрой. Я не знаю, что за мной сейчас бежало, но что-то за мной бежало дикое. И при этом она убивает с первого раза. По харду, просто по харду. Окей, спасибо. Я так понимаю, это... Кстати, я забыл сказать, что похоже на подвал больницы, я так понимаю, да? Так, это сволочь там, да? Нам надо как-то мимо нее пройти. Ну окей, пройдем как-нибудь. Блин, как такая музыка начинает тревожная быть, когда кто-то бежит. Бежит за тобой. Будем аккуратно под этим идти. Ой, блинские. Вот там. Тихо. Там открыта дверь? Да, открыта. Ой, мне страшно, ребятки. Вот эта сволочь где-то тут была. Что тут такое потворится? Тихо. Тихонечко. Это что, намек на то, что почитай книгу и расслабься? Но не-не-не-не-не. Как темно. А фонарь-то не... Фонарь ни хера не освещает вообще. Окей. Все скрипит. Все скрипит, ребятки. Ключ! А с какого... Где я тебе ключ получу? Где я тебе ключ получу? Где я? Может, он тут где-то лежит? Где я ключ-то получу? Эй! What the... Вау! Oh, what the fuck? Куда? Ребят, я свалился. Потолок. Может, тут ключ будет? Чего? Записка? Возможно, это мой последний шанс рассказать правду об убийствах, произошедших в нашем городе. Дело в том, что когда привезли Стена... Привезли кого? Стена Оуна. У него в сумке мы обнаружили старую видеокассету. Сразу не передали ей большого значения. Мало ли, что у старика может быть с собой. Я решил временно припрятать ее от полиции, чтобы осмотреть запись. Об этом была моя роковая ошибка. После просмотра видео со мной начались происходить странные вещи. Я стал видеть некую девочку, которая являлась из ниоткуда. Время шло, и мои галлюцинации приобретали более отчетливую форму. Я ясно понимал, что она хочет... Чего, где? А, убить меня. По всей вероятности, убитые перед смертью смотрели эту же кассету и приняли решение спрятаться в старом корпусе клиники и по потайной комнате, где она вряд ли сможет меня найти. Но если вы считаете это письмо, значит, это меня уже не спасло. Заклинаю вас найти эту чертову видеокассету и уничтожить ее. Я слышу ее шаги. Она идет за мной. Да хранит вас Бог. Доктор Итан Майк. Ребятки... Тот, кто... Не, ну... Кассету... О, стул, кровище, дерьмище. Так, смотри, где мы видели кассету? Мы кассету видели в сейфе. Я точно помню, там лежало две вещи. Это кассета и... Ключ. Ключ мы забрали, а кассета нам вообще не пригодилась. Так, тут есть дальше проход? Ой, да ну вас! Ой-ой-ой. Ребята, я тебе пойду, она близко. Ну там стоит, ну вот, кто не верит, вот, смотрите, посмотрите, вот, посмотрите, я сейчас вот аккуратненько подойду, вот сейчас свет. Вот, смотрите, стоит. Ну, привет. Как жизнь? Ты очень странно, ты очень страшно выглядишь, ну блин. Я ключи не нашел, блин. Ух ты ж, ё-моё. И чё, можно задеть? Чё у тебя с лицом? У неё лицо вместо какие-то зубы. Ребята, придётся нам, походу, её потрогать. Что? Она меня укусила! Меня какая-то сволочь, она укусила.
Охренеть! Охренеть! Меня какая-то козлина укусила просто. Не, ну ты понимаешь? И что? Глава четвертая, боль. Кассета. Теперь я все вспомнил. Это какой-то кошмар. Я просто не представляю, во что вляпался и какая теперь из всего это... Как всего этого выбираться, да. Теперь ты по уши в дерьме. Но если я не найду кассету, о которой говорил доктор Итан, то не смогу узнать истину о случившемся. И самое обидное, я ее уже видел в одной из комнат в сейфе. Вот, я же говорю, что в сейфе мы видели кассету. Надо вернуться за ней срочно. Надеюсь, это поможет положить конец всем этим убийствам и тому кошмару, что обрушился на наш город. Погоди, ты хочешь сказать, что мне сейчас топать надо за кассетой? Дверь закрыта, надо найти другой путь внутрь дома. Погоди, да... О, ребят, я слышу знакомые звуки из первой серии. Да ну, неужели опять к монстрам надо? Ну блин, я так не хочу монстров. Ребят, там кто-то ходит. Вот ноги идут, вот. Вот, они туда прошли. Да ну, ты чё охерел? Какая-ка... Записка, кровавый след и чё-то... Погоди, где? Где мы находимся? Вообще, в жопу не знаю. Какие-то переходы, ё-моё. То есть смотри, это было в первой серии, и во второй мы начинали, вот нас убили. Смотри, значит что? Мы идем. Я понимаю, мы тут, да? В правой стороне, да? Либо что, где мы вообще находимся? Лайф, жизнь, как бы мы здесь, да? Должны идти сюда, как бы вот так. Погоди, если мы, сейчас скажу, как бы сейчас вот так перевернем. Вот так. Будем смотреть вот так, если мы так пройдем, то вот, вот тут выход, вот тут ключ, да? Ага. Окей, поехали. Главное, чтобы нас эта херня не сцапала. Ты понимаешь? Ой, манекены, ненавижу. Погоди. Ой, там тоже кто-то стоит. Не, ну погоди. Я не хочу пока. Я хочу по-другому как-нибудь начать. Можно как-нибудь... Погоди, как идет ход? Как идет ход? Тут поворот на, как бы сказать... Значит, погоди, значит, мы тут. Мы отсюда идем. Сюда заходим. А, либо просто идем вперед и потом поворачиваем налево. Отлево мы идем. Смотри, смотрим на карту так. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот, смотри. Блин, переверни. Вот так, смотри. Вот так. Вот мы тут, я так понимаю, внизу самом. Мы идем вперед. Поворачиваем на правую, ой, да, на правую сторону. Там жизнь, лайф написано. И потом отсюда какой-то маленький переход, там ключ, я так понимаю, да? Короче, будем в этом во всем разбираться, поехали, посмотрим. Вообще, слава богу, тут бег бесконечный, можно всегда убежать от этих... Иванько. Так, ребятки, я туда не пойду, там монстр. Там ходит, это чертова скотина там ездит. Тихо. Это что? Закрыто. Ах ты ж. Ты чё офигел, да блин. А тут открыто? Ой. Ребята, нас заметили. А каким образом? Уйди. Уйди, сволочь, уйди, я тебя умоляю. Тут можно сюда, сюда, можно, сюда, можно, сюда, можно. Можно. Я бегу, не знаю, куда глаза глядят, просто. Фух, мне показалось, тут монстряка. Ребята, я сейчас просто, мне так страшно. Вот тут лайф, да? Лайф. Лайф. Сюда. Ой ты.
Ребят, я даже не знаю, куда бежать. Я просто бегу, куда глаза глядят. Куда глаза глядят? Бегу, бегу я, куда глядят глаза. Мне страшно до жести. Куда бежать? О! Ключ! Бро, я нашел ключ. Где? Это? Дверь, пожалуйста. Фух, лайф, да? Все, я понимаю. Так, погоди. Я ключ применяю. Вот, да, все, я помню, я помню. Я помню. Вот здесь, да? Вот сюда, да? Заперто. Заперто. Ребята, у меня в голове карта прорисована. Толком. Сюда. Слава богу, я ключ нашел. Слава богу, слава богу. Сюда. Да тут твою... Ты чё, офигел? Я чё, тут буду плутать, что ли, вечность? С этими монстриками. Ребята. Ну, давай рискнем сюда тогда, попробуем. Может, это тут? What the fuck? Ты чего охренели? Меня бьет, ребята. Я не знаю, как выбираться. Ребят, почему тут два монстра? Объясни. Ох ты ж. Охренеть их два. О, это сейф-зона, ребята. Они пройти сюда не могут. Смотри. Офигеть, их два, ты понимаешь? Их два. Два против одного. Ну так нечестно, ребят. Молодцы разрабы, что сделали тут сейф-зону. Я тут хоть отдохнуть могу. Куда бежать? Куда? Это лайф, жизнь. Как бы вот здесь жизнь появляется, да? И куда они протопали? Я хз. Вообще просто. Невдомёк. Смотри. Я понимаю, мне на самое начало, где мы начинали, да? Вот отсюда. Как-то надо собрать. Два монстра, два, просто два, оба. Вы увидели, какие это две твари страшные. Реально страшно, просто. Вот где-то это... Вот возвращается назад. Ну, привет, привет, да. Ну-ка, давай, иди, иди сюда, ха. Да... Конечно, так нечестно. Окей, один идет туда, все, нам надо сейчас возвращаться в самое начало. Пробежимся. Все, тихо. Тихонечко. Тихонечко, бро. Сюда. Сюда. Манекенов тут просто тьма. Они даже каким-то способом пугают, я не знаю. Сюда? Налево, направо? Давай направо свернем. Сюда? Блин. Ребята, да, мы прошли. Мы прошли. Ох ты ж, это самая, наверное, напряженная серия будет. Просто офигеть. Просто офигеть, я не понимаю. Так, погоди. Погоди, есть какие-нибудь мысли? Нет, никак. Почему я слышу рык монстра? Странно, и куда это нас... Отфига... А вообще, куда нас это... Кстати, у нас отражения нет. А отражения других есть. Погоди. Сюда? А тут чё?
Ой, не, спасибо, ребятки, но я туда не пойду. Я туда... Знакомые места. Кстати, тут кролик, да? Ой, да ну, ну, опять ты, тетка, опять ты, вонючая сволочь. Эй, кролик 6192, пароль так и есть. Ну, привет, привет, я тебя не боюсь. Да, мы спасемся, реб... Куда? What the fuck? Ребятки. И чё нам? Нам чё опять искать? Нам чё опять выход искать? Да ну тебя, она меня куда-то зафигарила. Ребята, меня опять отправили... Меня опять отправили в не в те места, ты понимаешь? Погоди. Я буду возвращаться обратно. Сюда, да? Сюда, 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 сюда. Я помню эту... Я помню, я тут руку испугался, да. Ха, привет! Я вернулся. Опять ты, ну что ты такая назойливая? Чё, опять? Да ну тебя просто... Злая тетка меня все время спавнит тут к монстрам, ты понимаешь? Нет, ну ты понимаешь, ты сечешь? Фигарит меня про... Я сюда, вот, да, сюда, сюда, сюда. Нет, я не уйду отсюда. Я не уйду отсюда. Ха. Возвращаемся обратно, я так понимаю, в начальную сейф-зону. В нашу, где мы проснулись. Открыто? Да! Мы ее победим. Мы ее уделаем, ребятки. Походу, сегодня будет игра пройдена, я так понимаю, да? Ну что, вроде довольно-таки все просто сегодня было. Нас один раз только грохнули за всю игру, да? Так, и где это мы? Кассета. О, да, кассету, нам надо достать кассету. Окей. Кассета где-то тут. Открывай свой крутой фонарь. Ага, да. Это моя кассета. Наконец-то я нашел эту видеокассету. Надо посмотреть ее срочно. По-моему, где-то видел видеомагнитофон. Все, бежим. Где посмотреть? Тут. Кстати, видеокассету. Хотел сказать про видеокассету. Нам такие видеокассеты в школе ставили. И мы смотрели, у нас были Том и Джерри, Гарри Поттер, Властелин колец были, всякие фильмы разные, Скуби-Ду были. Вообще, вот на этих кассетах нам вот так ставили вот в такой магнитофон. И только не такой телек был пузатый такой, вообще древний дедушкин. Так что вот такие времена были. Конечно, телек крутой, но странно, зачем тут видеомагнитофон. Ну ладно, поехали. Посмотрим, что нам приготовила эта кассета. Так. Окей. Так. Интересненько. Рука. Прикольно. Медвежонок. Пух. Так. Тут чё? Офигеть. Ну, понятненько, в принципе, тут. Что-то страшненькое такое показывают. Как трейлер фильмов ужасов. Как на СТ, как будто смотрю сейчас канал вообще. Ну, прикольно, прикольно сделали. Так. Опа! Number Hayden. Неизвестный номер. Ответим. Офигеть! 7 дней осталось! Как в звонке. Время пошло. Ребятки. Ребятушки. Это как в звонке. Точно так же посмотрел кассету 7 дней. На все про все. Ну вот, ребятки, мы прошли игру Репортер. Репортер первую часть прошли. Так что вот такая у нас серия получилась. Финал игры. Финал игры крутой, конечно, реально. Мне понравилось от таких монстров. Убегать вот эта тетка вообще напрягающая. Такая особа. Так что, ребятки, есть Репортер 2,
если вам нравится эта игра, я обязательно ее буду проходить. Мы пройдем Репортер 2, потому что мне интересно узнать, что будет дальше. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал Steam Video, ставьте большие пальцы вверх. И давай пока-пока.